этом году Новоульяновск переходит на новую систему теплоснабжения. В городе начали строительство сразу двух модульных котельных, которые обеспечат теплом три детских сада, медицинский комплекс, две школы и многоквартирные дома. На данный момент идет устройство фундамента и проектирование инженерных сетей. Они позволят полностью изменить схему, то есть повысить качество. Но, естественно, для населения это будет просто совершенно другие условия для предоставления коммунальных услуг. Это будет экономичнее и, самое главное, надежнее. Общая мощность котельных – 50 мегаватт. Каждая будет укомплектована 6 котлами. По признанию Сергея Носкова, это самое масштабное строительство, которое вела корпорация. Старая заводская котельная была построена в советское время в первую очередь для промышленной зоны. Сейчас оборудование используется не в полную силу. В настоящий момент теплоснабжение города Новоульяновска осуществляется посредством работы старой котельной, которая находится у нас на горе. Перепад высот составляет порядка 190 метров. Приходится теплоноситель в гору качать, работают насосы. Это очень неэффективно. Новые котельные введут в эксплуатацию в декабре этого года. До этого времени тепло будет подаваться от старой котельной. Она, по заверению руководства профильного ведомства, полностью готова к отопительному периоду.